Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании, и у нас вот, да, по-моему, сегодня, ну, точнее, для вас вчера, произошло обновление в игре, и они что-то так конкретно переколбасили интерфейс. У нас теперь вот тут вкладочка «Друзья» появилась, она вот теперь выглядит вот так. В общем-то, подарки мы уже теперь как-то вот, вот здесь где-то получаем. А точнее, здесь приходят наши просьбы о помощи, подарки, ну, вот, находятся вот здесь. В общем-то, все так перекромсали. Так, вот друзьяки у меня тут что-то пишет, что 95 друзьяк, что-то я им как-то не верю, что-то маловато. И Тоби, мой близкий друг, ребята. Да, вот так вот забавно это все дело сделано. Теперь, типа, там можно заходить к друзьям, если я не ошибаюсь. А ну-ка, ну давайте навестим кого-нибудь. И, по-моему, можно ему только помогать. Оставшиеся игроки 4, это не игроки имеется в виду, а типа можно оказывать там посильную помощь, заходя к друзьям, вот там где появляется такой значок, что тут его вообще нигде нет, странно. Может, я уже использовал эти все приколы. Да, ну что-то у Алексея я не вижу таких вот значков. Ух ты, прикольный домик, там живет хобот, там живет хобот. Так, и сколько у нас дракончиков? 254 и... 54... А, это, блин, сравнение со мной. Ты уже испугался. Неужто ли человек успел вывести всех дракончиков? Так, ну, в общем-то, вот тут немножко... Я еще сам не разобрался, кое-что у нас поменялось. То есть уже как-то они там общение перепилили. Уже можно... Можно будет, короче, что-то там поделать, поразбираться. Что ты хочешь? Да, у нас идет клановое событие. Это мы так можем перейти прям в задание клана. Так, два... Ну, акция началась. Мы на последнем месте. Такого я еще, ребята, не видел. А ну-ка, блин, а кто-то уже успел 2,7 миллиона насобирать. Вы чё? Это капец просто. Кто-то турбореактивный, ребята. Так, так что давайте, давайте. Давайте работать, работать. Так. Ну, в общем-то, есть где, в чем покопаться. Ну, вот у меня вот такие значки есть. Вот ты нажимаешь, и оно, опачки, типа там ускорилось. Да? А только что у меня еще и вот здесь тоже был такой вот значок. Так, у меня этих леопардов просто тьма. А, давайте разместим. Для вашего нового дракона нет свободных жилищ. А, так. Странно, что нет. А, вот, надо разобрать одного. Давайте разберем нашего дракончика одного. Так. Вот так. Где наш алтарь? Давайте вознесем дракончика. Так, стоять. Блин, тут картинок не видно, я просто не помню. Чтобы не разобрать ни того дракона, черт подери, какие там у него три стихии у леопарда. А то еще. Да, вот этот. А у тебя что? Скрипка. О, смотрите, у скрипки похожие стихии. Давайте скрипку. Сейчас мы к ней вернемся. Давайте сделаем ей второй уровень, чтобы, не дай бог, ее не разобрать. А то с моими глюками в эмуляторе, да, когда картинки не видно. Ну, у нее там металл есть. Да, вознести дракона. Прощай, мой леопард, вас слишком много. Так, ну, а сегодняшний наш дракончик... Это будет дракончик... А, у меня еще тут ворон болтается. Ворона, ладно, давайте просто продадим. Пусть место не занимает. Так, у нас есть вот такая вот чудесный дракончик. Скрипочка. Так... Ци. Скрипку зовут Ци. Ну чё, прикольно. Сила 70. Эпик с атакой 78. А, ну я же уже качнул уровень, ё-моё. Я уже испугался. Так, а, не прочитал. Нельзя недооценивать этого храброго дракона. Никогда не станет играть вторую скрипку. Благодаря прекрасному мелодичному голосу дракон скрипка уже обзавелся фанатами. Вот такие вот дела. И давайте будем кормить нашего дракона скрипочку. Ну, уровень на 15-16, точнее, чтобы уже колдовство было доступно на всякий случай.
Вот так вот. У нас крылья, как будто бы арфы у этого дракончика. Так, а ну-ка. Слышь, нифига себе оборзела. Чё ты так? А ну-ка, иди сюда, ленивый. Ленивая скрипка. Вот так вот. Отлично. Такой вот у нас, ребятки, дракошка. Что у нас здесь? Ну, ничего особенного, да? Переполненные ясли. Вы видите, как можно больше дракона. Не знаю, что я там успел вывести, что оно мне уже даже как-то почти выполнилось. Продать. Так, также я пытаюсь все-таки вывести. Сейчас появился у нас новый дракон на недельке. Это Touchdown. Такой вот у нас дракон. Да. Эпический, сила 65. Так, прирожденный лидер дракон Touchdown однажды пытался командовать остальными драконами во время боя. Тогда он узнал, что драконы выполняют команды только тогда, когда сами захотят. Пыль плюс арбуз. Вот такая вот комбинация, чтобы вывести этого дракончика. Я бы, в принципе, его вывел. Стихии, ну, неплохие. Зелень и тень. Да, но все никак мне дракон месяца не хочет получаться. Темный лед. Ну, опять же, я переключался, сейчас вернулся опять на комбинацию огонь плюс ржавчина. Что-то там под такое длинное по 12 часов попадается. Темный лед никак не выводится. Так, кстати, код дружбы 5B0F59, ребята, кто вдруг забыл или не записал. Так что добавляйтесь и, главное, активно участвуйте в наших клановых всяких передрягах. Так, ну что? Что у нас тут еще такого интересного завалялось? Так, вот что-то мы выполнили. 150 тысяч золотишко нам дали. Проведите 5 битв на карте компании, проведите 2 битвы в колдовской лиге. Вот сюда мы сейчас и пойдем. Кстати, а ну-ка давайте, там нам что-то писали, что здесь мы... Вот так выглядит уже новая менюшка управления профилем игрока. 254 у меня дракона, то есть сколько? Меньше половины даже. Вот такая вот у меня эмблема. Это за 2 года игры. Так, лига драконьей чешуи. Третья. Ну, ладно, высшая лига. Ну, так я не так уж и далеко. И колдовство 4. Ну, высшая 5. И мой самый сильный дракон. Вот такой вот. Так, ну, а мы идем на колдовство. Давненько я как бы сюда не заходил. Я пару дней практически не играл в Легенды Дракономании. Потому что там раз в день заходил. И, ну, 934 у нас балла. Давайте будем искать противника для нашего факела. Вот сюда мы легко и пойдем. Лунтик! Первый кандидат на разбор. Так, очаг. Противоположность факела, да, есть уже легендарные стихия огня, и у нас у факела света там была тень. Так, это у нас был какой-то там лазерный дракончик. Тоже у нас был акция на его уведение. Дракончик садовый. О, вот этого я не знаю, но выглядит прикольно. Так, он 53-й. Ну, вот так вот, значит. Хотя, может, и я поспешил. О, и вот этот наш дракончик, которого у меня никак не получается вывести. Игорь. Вот это, наверное, Игорь. Ну, хотя на первом плане у нас девочка. Так, один из боевых сундуков готов. Ищем дальше. Нам нужно две. Лучший защитник это 50-й. Может рискнем сейчас взять листика. Давайте попробуем взять листика. Щит редкий. У меня появилось пару редких щитов. Погнали. Минус 17. Может и получится.
33 на все звезды. Ну ладно. Не будем тратить просто так даже слабых драконов. Они нам пригодятся. Так, 47-й. Ну тут как бы сожжено с одного удара. Нет! Ё-моё! Так, вот 50-й. Это, по-моему, самый сильный, да? Но он сильнее нас. Не, давайте не будем рисковать, а то будет обидно, если он убьет нашего дракона. Так, ну вот теперь, думаю, можно взять. И вот так, за один удар у нас не должен пробить. Ну и вот так вот. Справимся, не справимся, как вы считаете? Справимся. Так, два сундучка у нас уже есть. Давайте заглянем в колдовские материалы. Что у нас тут по этим осколкам? Ну, блин, печаль, беда. Так, ну, отличных уже 70 штук. Это радует. Это радует, и можно будет создать больше. Здесь сколько? 1 к 8, то есть всего лишь 9 я смогу создать примерно. Около 9. Ну, ладно. А здесь 1 к 6. Здесь штук 15-14, да? Это хорошо. Отлично. Ух ты, у них поменялась такая анимашка или нет, или так и было. Так, по божественным. Ну, у нас здесь дичь полная, да? Невероятное количество, просто нужно очков, чтобы там все дело, короче, как-то порешать. Так, условия, я это выполнил. И проведите 5 битв на карте компании. Ну, давайте, давайте что-нибудь тут порешаем. Так, у нас здесь есть еще, да, невыполненные задания. Вот еще на 2 звезды. Давайте попробуем. Кстати, можно взять сразу гнев дракона, может. Давайте возьмем сразу гнев дракона. А вдруг поможет. Очень. Ну, почти в 2 раза меньше, чем получается наклацать, если ты на смартфоне это делаешь. Но прикольный дракончик, мне напоминает, как будто бы он из сказки про Змея Горыныча, старой какой-то нашей русской. А, ну даже он похож на вот этих из мультиков, да. Про довольно, ну, после современных, да. Так, ну мы тут, в общем-то, это мы зарешали, да. Но здесь сейчас нам, наверное, задницу-то надерут. Так, неужто ли мы здесь сможем порешать? Блин. Если Архангел сейчас не умрет, а он умер. Блин, ну чуть-чуть нам не хватало, чтобы как бы справиться с этим заданием. Ну, в смысле, на 3 звезды пройти. Ну, осталось опять же тех же 2. Так, неплохо так ученик отгреб. Так, сейчас китайского учителя. Ошарашить бы. Ура! Это у нас хорошо. Так. Ага, не так. А вот так давай. Блин, а! Архангел, я тебе сейчас... Опять Архангел нас подвел. Ну что за дела? Что такое не везет и как с этим бороться?
Два боя уже могли выполнить на 3 звезды. А нам все никак. Ну. Дракон супергерой. И все атакуют Архангела. То есть все, блин, просто чуют кровь самого слабого, да, дракона нашего. И пытаются его уничтожить. О, боги! Так, это у нас дракон цунами, да, такой вот? Блин. Вообще я их не дымажу. Меня просто ненавижу вот этот ветер я. Так, вы сейчас скажите, что меня сейчас тут убьют. Щит, смотрите, какой у них сильный щит. Вообще не пробивает. Ну, точнее, наверное, не такой сильный у них щит, как у меня сейчас слабая атака. Из-за ослабления. Реально, сейчас меня тут замочат. Но Архангел здесь остался последним. Ну что за невезуха, да? Так. Ну тут все, тут нам хана. Ну я не хочу использовать Дневник Дракона. Так, давайте мы тогда сейчас по-быстрому вот бежим. Вот мой, я уже не знаю, сколько здесь тысяч, наверное, битв провел вот, по всем акциям. Я вот постоянно сюда захожу и уничтожаю этого бедного дракона-босса. Так, это был последний, пятый наш бой. Та-дам! Давайте нам китайца. Карточку китайца. Ну, примерно это он. Будем считать, что это он, ребятки. Да? Вот такие вот, в общем-то, у нас были дела, ребятки. Так что не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. До скорых встреч!